На обновление транспортной системы в Челябинске выделено 10 миллиардов рублей. Готовить горожан к реформе будут постепенно. Усиленная перестройка транспортной сети стартует с 1 января. Однако видимые изменения уже существующих маршрутов начнут внедряться лишь с июня 2022 года. Город постоянно развивается, растет. Сейчас уже мы оперируем понятием не города, а агломерации. То есть пригороды тоже приезжают в Челябинск на работу. Происходит ежедневная миграция. Поэтому будет появляться транспорт, будут продляться маршруты, будут появляться новые микрорайоны. Уже с начала января общественный транспорт выйдет на 6 новых маршрутов. Часть из них обеспечит связь между Ленинским районом и центром города. На других пассажиры смогут добраться из новых микрорайонов и поселков на окраине. Обновление сетей не отразится на удобстве автолюбителей. Комфортные условия для всех должны создать дополнительные полосы движения и разгрузка дублирующих маршрутов. Не каждая полоса там имеет ширину 3,5 метра, где-то 4, где-то даже 5 метров. И если их привести в нормативное состояние, да, это 3,5 метра для автомобилей, 3,75, да, для общественного транспорта, то действительно можно с учетом той или иной улицы, не ухудшая транспортную доступность, сделать, ну, всем хорошо, и автомобилистам, и общественному транспорту. Девайсы для оплаты билетов, выгодные проездные и новые троллейбусы и автобусы должны сделать общественный транспорт в Челябинске более привлекательным для горожан. Наталья Шмахметова, Илья Капелин, Урал-1.